цехе обжига известняка АО «ArcelorMittal Темиртау» полным ходом идут работы по замене электрофильтра за вращающейся печью номер 2. Такой проект позволит сократить эмиссии в окружающую среду и благоприятно скажется на производстве. На эти цели компания направила более 5 миллионов долларов. Проектные работы и поставка оборудования для замены электрофильтра уже завершены. Проект прошел необходимые проверки и экспертизы всех государственных надзорных органов. Уже стартовали строительство и монтаж нового оборудования, основным поставщиком которого является фирма «Хамон». Проект выполнен на 65%. То есть фактически, если нам позволят погодные условия, мы к концу года должны завершить монтажные работы по этому проекту. Уникальность данного проекта является в установке более современного оборудования, включающего в себя эксгауссер, ну, это тяговое устройство, которое транспортирует дымовые газы. Также здесь будет применен фильтр с улучшенными характеристиками по транспортировке газов. Это увеличенный объем корпуса фильтра, увеличенные проходные сечения фильтра. Также в ЦОИ АО ArcelorMittal Темиртау будут установлены трансформаторы высокого напряжения. Они создают напряженность внутри поля до 110 тысяч вольт, увеличивая степень заряда частиц пыли на коронирующих и осадительных электродах внутри электрофильтра, что также способствует повышению степени очистки дымовых газов. Предполагается, что мы сократим выбросы на 200 тонн, пока это теоретически подтверждается расчетами. Но я думаю, будет еще больше улавливаться пыли. Система управления будет высокоэффективная. Также замеры параметров будут проводиться самым современным оборудованием, которое на данный момент выпускается. Также мы планируем установить систему контроля выбросов постоянную, которая будет передавать данные не только здесь по месту, но и, значит, департамент экологии нашего предприятия, руководству предприятия. Установка нового фильтра окажет положительное влияние не только на экологическую обстановку в городе Темиртау, но и на само производство извести на предприятии. Благодаря новому оборудованию производство станет более безопасным, снизится аварийные простои, улучшится культура производства. Анастасия Ходорева, Андрей Буховский, Новости Темиртау.